больше и больше появляется интересных исполнителей. Общий средний вот такой вот уровень, он становится все время выше, он повышается с каждым разом. И каждый из этих лет, пяти лет, в общем, практически это первый такой юбилейный уже год, он всегда приносит какие-то сюрпризы. Сюда приезжают дети из разных стран мира. Но в этом году вот было 550 человек. Начинали мы, ну, человек, наверное, 200 было или 300. Он разрастается. Год от года все больше и больше детей стекается в Берлин. Сначала отношение было такое очень поверхностное. Знаете, ну вдруг в Берлине, в котором происходит в одно и то же время, происходит фестиваль, кинофестиваль, все силы брошены туда, все интересы берлинцев заняты тем, какая же лента получит первую премию и так далее. И вдруг в это же самое время происходит детский фестиваль. Но поразительно другое, что он все больше и больше привлекает вот внимание, и не только берлинцев. Люди приезжают сюда ведь на этот фестиваль из разных стран. В этом году, например, для меня сюрпризом было появление большого количества очень хороших танцовщиков и танцовщиц из Казахстана. И причем не только по классическому танцу, но и по народно-характерному, по фольклору, по современному танцу. Это значит, что там действительно сейчас большое внимание уделяется танцевальному искусству. Сейчас у нас такое наступает, какой-то, знаете, антракт, небольшой перерыв. Идет смена поколений, и произошел некоторый такой разрыв между богатым нашим прошлым и, в общем, где-то чуть-чуть такой, пожалуй, спадающий уровень хореографии, хореографов на сегодня. Но это точно абсолютно временно, я абсолютно убежден в этом. И примером, кстати, для оправдания того, что я говорю, вот служит даже выступление здесь, на этом фестивале, японских артистов с новым восприятием, с новым каким-то временем, с новым использованием тех средств, которые окружают нас, вот такого сегодняшнего мира, неодушевленных предметов, которые они делают воодушевленными. И это поразительно совершенно, это, я уверен, не может не вызвать отклик у хореографов классического танца. Потому что классика, она ведь хороша чем? Она постоянно вбирает в себя все то лучшее, что происходит в современном танце.